Дорогие друзья, в плане 1 мы с вами знакомились с законами продаж и уже изучили такие мощные методы, когда, я знаю, вот по школе у многих людей пошли продажи. Но сейчас мы изучаем то, что, как говорится, нутро или сердце продаж. Я отвечаю на вопрос, ведь все сайты, все школы я развивал сам. Совершенно... для меня это без напряга. Почему? Потому что, в принципе, продажами я занимаюсь очень много лет. 15. И в этих двух курсах мы... Вот это начало, а их будет около 40, наверное. Во-первых, в первом курсе мы рассмотрели, из чего делается шаблон страницы. Я не учу методу, сделай вот именно то или то. Я учу думать и показываю основные принципы, почему происходит продажа, почему пользователь возвращается. То есть мы все в уроке, в курсе, мы рассмотрели эти принципы. Во втором мы уже полностью познакомились с очень простой, я сейчас вот запишу как раз, очень простой и мощной методикой. Вот так выглядит курс. Значит, я рассказал четкие причины, соблюдая которые, и которые, в принципе, когда вы слышите и видите, вы начинаете понимать, да, это так. То есть, что приводит к возврату и к продажам. И мы рассмотрели по шагам эту методику, то есть, как это делать, что делать, и, конечно же, получили домашнее задание. И далее мы глубже будем, так, шаг за шагом, продажи изучим изнутри. Сайт pro365.ru.